Привет-привет, с вами Алена, а за работой у нас Елена, которая будет прижигать сегодня бородавку другой Елене. В общем, здесь прям комбо, все Лены и Алены в сборе. История, значит, у нас такая. Наша Лена, которая управляющая, стала жаловаться мне и моей Лене, которая подолог, на то, что у нее какая-то проблема. Непонятно, то ли бородавка, то ли у нее там мозоль. В общем, что-то неясное, появилось это на большом пальце руки. Как правило, мы показываем бородавки на ногах, но они ведь бывают на разных частях тела и, в частности, на руках тоже. Но у нас было подозрение на мозоль по одной простой причине, что Лена Митяева, когда держит аппарат, у нее очень часто ручка именно об эту часть и трется. Поэтому, скорее всего, мы подумали, это стержневая, которая каким-то образом там образовалась непонятно. Причем так она быстро, мы помним, как это была маленькая точка, и тут она стала расти. Конечно, это вызывало у нас подозрение, но ввиду того, что мы не видели никаких капиллярчиков, мы подумали, что все-таки это мозоль. Но после того, как Лена решила это подрезать, мы вскрыли и увидели те самые капилляры, вот эти вот точки, которые характерны именно для бородавок. Сразу прошу не биться в припадках и истериках, это не преступление, мы никого не убили, мы чуть-чуть подрезали, обнаружили проблему и решили ее срочно исправлять посредством прижигания. Кстати говоря, вот сейчас сбоку вылезала картиночка, сейчас вылезает другая, это значит, что у меня есть еще другие видео, разные на тему бородавок, ссылочки оставлю, поэтому переходите. Прижигаем, как всегда, кислотой азотной, которую нельзя просто так купить, она не находится в доступе, потому что для работы с такими продуктами нужно пройти обучение, это очень серьезно, и если использовать ее неправильно, можно получить ожог. И вот сейчас буквально перед озвучкой я позвонила Лене, той, которой прижигали, сейчас будет такая путаница по этим Ленам, но тем не менее. Она сказала, что все хорошо, и бородавка уже такая потемневшая, по краям чуть пожелтевшая, в общем, все идет по плану, и фотку я тоже приложу. Сейчас попробую ее вставить, если все будет нормально, я туда ее приклею, вот сюда, вот в это место, и вы посмотрите, как бородавка выглядит уже через несколько дней. Ну, а дальше видно будет. В общем, у меня здесь все. Берегите себя, свои ногти, руки, ну и все, что можно беречь. А с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч!